Теремок ТВ представляет. Раскраска. Тракторы, работающие в лесу. Трактор-харвестер. Красный. Темно-серый. Синий. Черный. Желтый. Серый. Голубой. Зеленый. Коричневый. Этот трактор пилит деревья в лесу. Он называется харвестер. У него большие вездеходные колеса, мощный мотор и специальная стрела с захватом и пилой. Смотрите, вот харвестер подъезжает к дереву. Захватывает его у основания и спиливает. Теперь нужно очистить ствол от веток и распилить его на ровные по длине куски. Вот так. Готово! Дерево спилено, обработано и готово к транспортировке на перерабатывающую фабрику. Трактор-форвардер. Голубой. Коричневый. Зеленый. Темно-серый. Желтый. Серый. Черный. Это трактор, который вывозит из леса спиленные деревья. Он называется форвардер. Для этого у него есть большой кузов и стрела-манипулятор со специальным захватом на конце. Смотри! Вот трактор подъезжает к куче спиленных деревьев. Опускает стрелу вниз. Хватает несколько бревен, поднимает их и загружает к себе в кузов. Оставшиеся бревна тоже нужно загрузить. Готово! В кузове есть еще место. Едем к следующей куче бревен. Видите, там справа работает трактор-харвестер? Да! Так здорово! Трактор с буром. Ямокопатель. Голубой! Коричневый! Зеленый! Темно-серый! Синий! Черный, красный. Для того, чтобы количество деревьев на земле не уменьшалось, на месте спиленных деревьев нужно посадить новые. Для этого нам нужен трактор со специальным буром. Вот он, смотрите. Трактор едет на место, где нужно посадить дерево. Останавливается. Опускает вращающийся бур к земле. И выкапывает круглую ямку.
дерева корешками опускают в эту ямку и засыпают землей. Готово! Поехали дальше сажать деревья!